Как закрепить строку или столбец? Допустим, у нас есть большая таблица, и из заголовки таблицы шапка постоянно убегает. А мы хотели бы, чтобы она была нам всегда видна. Как закрепить первую строку? Для этого поставим курсор в ячейку А2, откроем в главном меню раздел «Окно» и поставим флажок в пункте «Фиксировать». Первая строка будет закреплена, и при перемещении вниз таблицы всегда будет видна. Чтобы снять закрепление, нужно пройти в главное меню в разделе «Окно» и снять флажок с пункта «Фиксировать». Строка освободится. Как закрепить первый столбец? Для этого поставим курсор в ячейку B1 и, открыв раздел «Окно» в главное меню, поставим флажок в пункте «Фиксировать». Теперь при прокрутке в бок первый столбец будет нам виден всегда. Снять закрепление можно так же, как и для строк. Пройти в главном меню в раздел «Окно» и снять флажок с пункта «Фиксировать». В таблице, которую я выбрал для примера, по-моему, будет удобно закрепить первый столбец и первые две строки. Для этого поставим курсор в ячейку B3 и поставим флажок в пункте «Фиксировать» в разделе главного меню «Окно». Общий принцип закрепления строк и столбцов: всегда закрепляется область выше и левее выделенной ячейки. При снятии закрепления не имеет значения, где стоит курсор и какой участок страницы показывается в окне. При снятии флажка «Фиксировать» будут освобождены все строки и столбцы. Фокус возвращен в верхний левый угол листа. Подробнее об удобной навигации по листу можно прочитать в статью в моем блоге. Не забывайте подписываться на обновления канала и добавляйтесь в соцсетях для того, чтобы своевременно получать новости по теме.